Согласно легенде, еще до того, как по туркестанскому краю с огнем и мечом прошелся Чингисхан, в великом Отраре, где нашли покровительство и ученые умы, и деятели искусства, существовала огромная библиотека, сравнимая разве что с Александрийской. Основание книжного собрания приписывают мыслителю Аль-Фараби. 30 тысяч томов, от клинописных табличек и папирусов до европейских, арабских, китайских средневековых книг. Тайное знание, навсегда сгинувшее в пожаре монгольского завоевания. Возрождая столицу тюркского мира, Туркестан, руководство области особое внимание уделило и идее огромной библиотеки. Аккумулировать и хранить человеческое знание, формат, прошедший через века, в новом воплощении обрел иное технологическое лицо. Библиотеки, как место хранилища книг и бумажных документов, в цифровой век они утратили эту функцию. У меня в смартфоне, наверное, столько же книг, сколько во всем этом здании. Поэтому мы к миссии библиотеки относимся немножко иначе. То есть это некий хаб, в котором мы вдохновляем людей читать, узнавать что-то новое, открываем в них вот это новое любопытство. И здесь же мы им даем возможности поэкспериментировать. Библиотека «Фараб» – самое последнее слово в урбанистике. У Мирзака Шукеева, акима региона, на создание пространства вдохновила библиотека в Хельсинки. При сравнительно небольшом хранилище книг финская «Оди» – целый завод творческой и научной мысли, где есть, кроме читального зала, кинотеатр, галерея, студия звукозаписи, а инновационное оборудование открывает онлайн-доступ читателям во всем мире к 3 миллионам книг. «Фараб» дополнил этот список залом мультимедиа, творческими студиями для детей и взрослых, фаблабом, где на 5 станках можно сделать все – от сувенира до робота. Для горожан библиотека «Фараб» – концепция третьего места, когда к пунктам «дом-работа» добавляется не менее важный – творчество. Любой человек может взять здесь книжку. Допустим, это может быть там, трактат о музыке Аль-Фараби. Вдохновившись прочтенным, он может решить, что нужно создать какой-то новый музыкальный инструмент, который он может здесь же у нас в Фаблабе, который вы уже посещали, пользуясь новыми современными методами, цифровым производством, создать его. Здесь же в музыкальной студии полностью оборудованы, но он может попробовать создать какую-то уже музыкальную композицию. Дальше он может еще и придумать какой-то перформанс, который тут же можно в нашем прекрасном концертном зале провести. Пространство для людей – важнейшая задача библиотеки. Но миссия на века – научный центр. Этаж занимают хранилище книг и документов. Их уже около 400 тысяч. Цех по оцифровке – единственный в Казахстане цех консервации с оборудованием по антиокислению. К сожалению, в прошлые века, там, в 19 веке, в 20 веке, очень много документов исторических, там, вакуфов, насабнаме, каких-то юридических документов, арт-объектов было вывезено. Это могли быть какие-то частные коллекции, это могли быть государственные музеи. Очень много документов находится в Санкт-Петербурге, в Ташкенте, которые относятся непосредственно к истории Мавзолея и Туркестана, и вообще, в принципе, того, что называлось тогда Туркестанским краем. И наша задача – это как раз собрать в первую очередь в цифровом виде и позволить людям пользоваться этими документами, видеть их и проводить исследования. Документы, собранные библиотекой, написаны на арабском, фарси, чагатайском и других тюркских языках, и многие из этих рукописей никогда не были исследованы. «Фараб» призывает лингвистов планеты подключиться к изучению наследия тюркского мира. Это Дивани Хикмет 1845 года, рукопись. Очень редкое издание, потому что вообще Дивани Хикметы стали собираться значительно в позднее время. И только в начале 1904-1906 они стали издаваться в типографиях в Казани, в Ташкенте. А это рукопись. Рукопись, то есть кто-то просто переписал собранные хикметы, и она входит вот в фонд «Азрет Султана». Это одна из самых главных книг. Дивани Хикмет издан на очень многих языках, в том числе в нашем фонде. Он есть на турецком, на узбекском, на татарском, на русском, на казахском, на английском. И вот эти древние рукописи послужили тем самым материалом для того, чтобы мы сегодня поняли, что хотел сказать Кожахмет Ясауи.
Библиотека Фараб – отсылка не только к одноименному городу, ныне известному как Отрар, но и к его уроженцу, выдающемуся мыслителю Абу Наср аль-Фараби, который родился и вырос здесь в 870 году и в мире науки известен как автор 200 фундаментальных трудов. В 70 километрах от Туркестана 10 лет назад открыт музей «Руханият Абу Наср аль-Фараби». История ученого поведает сотни музейных предметов, собранная в первом зале. Из особенных экспонатов у нас почва из захоронения и часть надгробного камня. Фараби родился в городе Оксус, который находится рядом с Отраром. Его похоронили в Сирии, в некрополе Баб-ас-Сагар. В 2006 году там от Казахстана побывала первая делегация, и в результате поездки привезли часть надгробного камня и могильную почву. И отвезли отсюда, из мест, где он родился, почву в здание, которое расположено над некрополем Баб-ас-Сагар в Сирии. Более 5000 экспонатов этого музея рассказывают о всей истории края. От Аль-Фараби и его эпохи до ученых и общественных деятелей 19-20 веков. Рукописи, книги, этнографическая коллекция, личные вещи известных людей. Любителей древности привлекают стенды, посвященные Средневековью. Музей может быть и районный, но экспонаты в нем хранятся мирового значения. В 90-х годах в районе Отрара нашли глиняный кувшинчик, полный монет. Часть находок отправилась в Национальный музей Республики Казахстан, а часть осталась здесь. Смотрите, 2 золотые и 8 серебряных монет 12 века. Специальный гость нашего сегодняшнего похода в музей – актер Наятолла Бурибаев. Вот уже 10 лет, как представляющий этот образ на сцене. Так же, как и Аль-Фараби, он родом из этих мест. Жизнь посвятил культуре. Сегодня руководит ансамблем народных инструментов. Так как это родина Аль-Фараби, здесь в 2007 году готовились к спектаклю, посвященному Фараби. Прошла большая международная конференция в Шымкенте. Тогда мы подготовили этот спектакль. С тех пор я играю роль этого восточного мудреца и ученого. Алма Жумашев – директор учреждения из династии музеев ведов. Этот музей собирал его отец в течение 40 лет, а Алмаз дело продолжает, получив профессиональное историческое образование. Планов очень много. Например, организовать экспедицию Аль-Фараби. Многие его труды хранятся в других странах. Необходимо собрать их и популяризировать его наследие. На данный момент на казахский язык переведено лишь 20% его произведений. Огромный пласт информации доступен на других языках. Есть те трактаты, которые еще не нашли. Если никто не будет искать их, то в ближайшее время эти труды будут окончательно потеряны. Я считаю, что искателем его трудов является казахский народ. Здесь есть музей его имени, и это прямая обязанность музея. Сегодня музей в поисках специалистов-исследователей, владеющих арабским и другими языками. Ведь переводы трудов Аль-Фараби, например, на латынь и иврит, осуществлялись уже в 12 веке. А еще маленький районный музей строит великие планы – стать научным центром Аль-Фараби, объединить всех, кто изучает его наследие по всему миру. В среднем нас посещали в год около 10 тысяч человек. Среди них примерно 10% – это иностранные туристы. А остальные – наша молодежь, казахстанские туристы. Кого они ищут? Они ищут Аль-Фараби. Пожалуй, это самый верный посыл человеку, идущему на пути к совершенству. Найти в себе Аль-Фараби. Абая, Леонардо да Винчи, Бетховена, возвести себя как личность на самые большие вершины творчества, интеллекта, духовности. Делать это и в обителях древностей, и в современных храмах наук и искусства.